6 годам лишения свободы приговорили воспитательницу, которая пыталась похитить ребенка из детского сада Алматы. Педагог будет отбывать срок в учреждении средней безопасности. 30-летняя женщина ранее не была судима. Напомним, что инцидент произошел в июле этого года. Женщина работала воспитателем в детском саду номер 96. Переодевшись, чтобы ее никто не узнал, она явилась в сад и попыталась увести с собой чужого ребенка. Благо, в происходящее вмешались очевидцы. Саягуль Жаналык признана виновной по пункту 24, части 3, части 5, статьи 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан и будет приговариваться к 6 годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Отбывание наказания считать с 25 июля 2019 года. Помимо этого, Саягуль Жаналык должна выплатить потерпевшим 20 месячных расчетных показателей, что составляет 50 500 тенге. Государственный обвинитель настаивал на 6-летнем сроке. Судья Медеуского районного суда номер 2 Нусхан Салыков объяснил, что это наказание было наименее строгим из предусмотренных в Уголовном кодексе по данной статье. Тем не менее, отец воспитательницы сказал, что они не согласны с приговором и намерен подать апелляцию. Ребенок в безопасности, жив и здоров. Его никто не крал, у него все на месте. Но почему-то они не удовлетворены. Денег они не хотят, у них вообще никаких проблем нет. Настаивают на наказании моей дочери.